друзья, замочила я косточки мясные, мяско, свининка у меня. Буду варить щи. Это супчик с капустой. Вот так вот у меня замочено. И достала грудиночку свиную. Хочу сварить, посолить вместе с ребрышками в луке, в шелухе лучном. Очень вкусное получается сало. И ребрышки эти погладать будут очень вкусные и аппетитные. Все вам постепенно покажу. Друзья, замочила я мяско. Свининка у меня. Вот такие мясные, мясистенькие косточки. Буду варить щи. И мясо тут есть. И замочила еще и сало. Грудиночка у меня с ребрышками. Буду солить в луке, в лучной чешуе. Получается очень аппетитное, вкусное, ароматное сало. И ребрышки погладать можно. Очень вкусные получаются. Все вам покажу постепенно. Друзья, намыла я шелуху луковую. На дно кастрюльки выложила. Положу сало, куски грудиночки. И буду варить. Минут 40, час я варю. Можно поменьше, полчасика. Тоже будет вкусненько. Далее достану. Оно будет очень красивого цвета. Поперчу, чесночком обваляю все кусочки. И в морозилку или в холодильник, кто как любит. Получается очень вкусная грудиночка вареная. Друзья, положила я 4 ложки соли, лавровый листик, 2 листика, душистый перчик и перчик горошком. Буду варить до готовности. Варится мое сало в шелухе луковой. Сало я достала из воды. Вот такое вот красивое красное сало получается. В шелухе лучном варила. И буду облепливать чесночком с черным перчиком. Очень ароматное, вкусное сало получится. Со всех сторон обмазала я чесночком. Оно у меня еле-еле тепленькое, не горячее уже. Пусть остывает. И в пакетике каждый кусочек отдельно заверну и уберу в морозилку. Всем приятного аппетита! И пока-пока, до новых встреч. Готовьте, это очень вкусно.